когда мы говорим о Вавилоне, мы всегда помним Вавилонскую башню, да? И вообще, по истории, если мы читаем, в древней Месопотамии строили башни определенные, высокие башни, которые несли духовное значение, башни-храмы. И их называли зиккуратами. Зиккурат – такая башня-храм. На вершине этой башни, она была такая ступенчатая, там совершались разные религиозные обряды. Не случайно Библия говорит в Ветхом Завете о высотах языческих, где проводились жертвоприношения, совершались и разные языческие ритуалы там также проходили на высотах. Так вот, в Вавилоне это было там, где мало гор, там делали вот эти ступенчатые башни, и в этих башнях устраивали разные религиозные обряды. И самый высокий зиккурат находился как раз в Вавилоне. Это все не случайно. Не случайно именно в Вавилоне решили строить Вавилонскую башню в свое время. Да? Самый высокий зиккурат был в Вавилоне. Этот зиккурат назывался Этеменанки. Этеменанки, что означает «дом, где сходятся небо и земля». И вот я вам покажу. Можно вот Этеменанки. Вот так примерно выглядело вот, ступенчатое. Он был 91 метр по высоте, и было 7 ярусов. Опять интересно, да? Число 7. Очень часто мы видим в книге Откровения число 7. И на вершине последнего яруса находился храм. Храм главного бога Мардука. Муж Иштар, Мардук. Была такая золотая статуя Мардука вот наверху. Золоченая статуя Мардука находилась на вершине. Ее там часто воровать пытались, потому что, если верить нашему отцу истории Геродоту, то вот эта статуя Мардука в Вавилоне весила 23,5 тонны. Это было чистое золото. И вот, можно еще раз вот этот зиккурат показать? Схему зиккурата. Вот. На вершине был храм, и опять-таки, Вавилон был бы не Вавилоном, если бы свои служения так или иначе не были связаны с блудодеянием. И вот наверху имелось маленькое помещение зиккурата, где был только стол и кровать. И здесь находилась жрица, которая находилась там все время, постоянно, и она как бы круглый год ждала появления Мардука, который мог, как они верили, в любой момент этот зиккурат навестить. Вот. Но интересно, что по историческим сведениям на Новый год жрица уходила, и она уступала место другой женщине, так называемая Божья невеста, которую назначал прорицатель. Она должна была быть либо из царского дома, либо из высшего общества. Все это было окутано большой тайной. И вот в Новый год туда поднимался сам царь и совокуплялся вот с этой царской невестой. Причем многие вавилонские цари, опять-таки по хроникам, они хотели, чтобы на место вот этой Божьей невесты, царской невесты на Новый год была кто-то из их дочерей. То есть там процветал инцест, это Вавилон, всевозможный разврат, всевозможное беззаконие, И, драгоценные, вы знаете, вот эти вот беззакония, вот этот разврат. Я, когда смотрел на эти зиккураты, на эти схемы, конечно же, вспоминается многое. Вспоминаются и египетские пирамиды. Некоторые египетские пирамиды, они тоже были такими похожими, ступенчатыми. Но почему-то мне невольно пришла на память рисунок, как должен был выглядеть Дворец Советов. Вы знаете, что при Сталине собирались построить в Москве самое высокое здание. Вот оно нарисовано. Дворец Советов. Этот Дворец Советов удивительным образом напоминает именно по своей конструкции, напоминает зиккурат. И наверху должна была находиться, поскольку это уже было при Сталине, все это планировалось. Этот проект, слава Богу, так и не был осуществлен, хотя успели уже подготовить площадку. Этот Дворец Советов должен был быть построен прямо на месте храма Христа Спасителя. Поэтому не случайно в начале 30-х годов храм Христа Спасителя разрушили. Именно для этого его же разрушили, не чтобы там бассейн сделать. Это уже потом, когда не получилось, сделали бассейн Москва. А так там должен был быть вот этот дворец Советов, где должны были проходить массовые, большие вот такие мероприятия, а венчать его должна была сверху большая 100-метровая статуя Ленина. Вот такой был проект у них. И интересно, что это не получилось, но тем не менее, вот если мы посмотрим с вами не на Дворец Советов, а на Мавзолей, да, точно так же, заметьте, строительство зиккурата. Конечно, маленький масштаб, и Ленин находится не наверху в виде 100-метровой статуи, а в реальном размере внутри находится. Но вот, вы знаете, вот для нас с вами, для россиян, для тех людей, которые в этой стране родились и выросли, ну, для нас это естественно, ну да, у нас в нашей столице, на главной нашей площади находится зиккурат, мавзолей, в котором уже почти 100 лет лежит тело одного из вождей революции. Для нас это, ну, естественно. Если вот сейчас, вот вы попробуйте абстрагироваться, как это выглядит. У нас уже почти 100 лет в центре страны, в центре нашей столицы находится незахороненное тело, к которому приходят. Помещено в интересном строении, наподобие древнего зиккурата. Не знаю, как сейчас туда ходят, смотрят, но раньше ходили, да, были очереди, можно было посмотреть. Я один раз был, посмотрел, ушел. 100 лет прошло, а мало того, а там еще за стеной похоронены другие тоже, ну, в центре, прямо мини-VIP-кладбище у нас в центре. Я знаю, что мы к этому привыкли. Скажешь, Виктор, не касайся святого. Не надо политики. Драгоценные, вы подумайте об этом. Подумайте. Ведь сегодня вскрылись многие документы, указывающие на злодеяния. Эти документы, подписанные тем же Лениным. Я уж про Сталина не говорю, который пролил море крови. Люди, которые прославились как убийцы, которые убивали собственный народ, гноили в гулагах. Сколько священников было уничтожено, сколько верующих пострадало. Уже страны, которую они созидали, нету Советского Союза. А зиккурат стоит, и тело лежит. Аллилуйя! Аллилуйя! Давайте молиться о пробуждении! Аллилуйя! Вы понимаете, это не просто культ смерти, это какое-то наслаждение культом смерти. Это возвеличивание какое-то. Это ужас. Ведь Библия говорит, что стратегия дьявола понятна. Дьявол в Евангелии от Иоанна назван отцом лжи. Правда же? Отец лжи. И пришел он для чего? Украсть, убить и погубить. Времена меняются, поколения приходят, поколения уходят. А стратегия дьявола, она точно такая же. Опьянить людей, чтобы для нас ненормальное стало нормальным, чтобы мы тьму принимали за свет, а свет принимали за тьму. И вот этот эффект лягушки постепенно, да? Не сразу же там влили в него, а он постепенно. И он так пьянеет, и уже перестает понимать что-то. И уже перестает различать все эти вещи. Перестает различать. Вот как действует вино лжи. Вот как оно действует. Ложь приходит. Через ложь приходят следующие вещи. Украсть. Беззаконие. Он вор. Он хочет обобрать тебя до нитки. Даже если дьявол что-то пытается тебе дать, он заберет во много раз больше. У знаменитого Фаусте написано, да, попробуй с ним пойти на сделку, да, кажется выгодно, потом 100 раз пожалеешь, потому что он возьмет рубль, даст тебе рубль, заберет 100 рублей. Ужасно. Он крадет, потом убивает. И пагуба приходит. Вот она страшная картина, то, что дьявол делает, то, что делает сатана. И мы видим воплощение, это наслаждение, культ смерти, убийство, кровь, вот это все. Это блудница вавилонская. Сделать развлечение. Я скажу честно, вот это странное в нас есть чувство. Тяга, например, к фильмам ужасов, когда кровь льется. А сейчас при современных технологиях вот посмотреть там натурально, чтобы сражения, чтобы головы слетали, чтобы там кишки вываливались. Смотрят. То есть, понимаете, дух Вавилона, он снова пробуждает в нас самое страшное, самое греховное, самое темное, самое агрессивное, самое безумное. Люди творят, не понимая ничего. Как пьяные, как сумасшедшие. Как эти скандинавские воины, которые там объедались непонятно чем, и сумасшедшими бегали, всем головы срубали. Вот что делает дух Вавилона, самое гадкое, самое ужасное, самое ужасное. Когда насилие становится просто наслаждением. Не просто нормой, а наслаждением становится. Не просто убивать, а перед этим как-нибудь насиловать, да в извращенной форме, да еще на телефон снять. То есть люди, они даже этого не стыдятся, издеваются. Поэтому мы видим в человечестве, каких только ужасных форм казни не придумывали, чтобы с наслаждением, чтобы и скальп снять. Или кастрировать перед этим, чтобы помучился, чтобы плохо было. Потому что вавилонская блудница, она словно питается страданиями. Она питается болью, питается этим. И она требует больше и больше и больше. И люди, одержимые ей, словно наслаждаются, упиваются этой кровью.